Друзья, привет! Фикс прайс энтузиастов 33, индустриальный 34, Санкт-Петербург. По-моему, обзор получился очень ярким и интересным. Приятного просмотра! Пиала Бол 750 мл фарфор. В этом магазине другие расцветки. Сделаны очень аккуратно пиалы. И цена 99 рублей. Друзья, посмотрите, какая прелесть приехала. Это ланчбокс в виде сушки. Закрывается на защелке крылышки. Внутри, по всей видимости, несколько отделений, судя по картинке. Так, все запечатано, не открыть. Ланчбокс глубокий и есть несколько потрясающих красивых расцветок. Двухцветные ланчбоксы. Вообще классные, красивые. Ребенку в школу или с собой куда-то на прогулку что-то брать. И цена невысокая, 99 рублей. Чашка 300 мл, это фаянс с золотой надписью и с полоской золотой по краю кружки и на ручке. По-моему, они были в том году, эти кружечки. Сделаны аккуратно, надписи разные. Цена 99 рублей. Посмотрите, какая новинка. Это кружка пивная на 1 литр. Керамика. Кружка очень тяжелая. И приятный очень цвет такой фисташковый. Цена 299 рублей. Симпатичные подносы из толстого пластика. Три варианта расцветок я в предыдущем обзоре показывала. 99 рублей. Сделано аккуратно. Приехали корзины Loft, по-моему, всеми любимые. Универсальные на 3,8 литра. Размер 29 на 18, высота 10 сантиметров. Боковые стенки с перфорацией. Очень качественный пластик, 99 рублей, Россия. Корзина для хлеба, сделаны из стали. Это последняя черная коллекция. Такие корзины продавались отдельно, были без чехлов. И тоже стоили 249 рублей. В этот раз сделали к ним, нашили чехлы из льна, разные расцветки. И также стоит 249 рублей. Корзина «Ромашка» на 14 литров с крышкой. Есть ручки. Россия, 249 рублей. Меховые женские тапочки привезли белые и светло-светло-серые расцветки. Размер 36-40, материал полиэстер, подошва «Эва». Все прошито, внутри тоже мех. Уютные и теплые. 249 рублей. Привезли очень милые гребешки для волос в виде зайчика и лягушонка. Есть несколько расцветок. Такой, знаете, вариант сумочный. Они небольшие, но очень милые. 55 рублей. Небольшие косметички. Внутри подкладка и очень много различных карманчиков. Все можно туда, и помаду, и пудры, что угодно положить. И духи маленькие. Есть три расцветки. Бордовый, синий. 199 рублей. Для ручного вязания сельский мотив. 200 метров. 30 шерсть и 70 акрил. В этом магазине три расцветки даже. И цена 149 рублей. Появилась большая стопка ковриков для ванной комнаты. 40 на 60 сантиметров. И очень яркие расцветки. Есть коврики с густым ворсом, а есть с более лысым, что ли. 199 рублей. Смотрите, какие красивые банки с новогодней символикой. Я думала, это конфеты. А оказался, это черный байховый листовой чай. Новогодняя коллекция. Называется «Шотландка». 100 граммов. Изготовитель «Москва». Баночки разные, очень красивые. Потом можно использовать также для чая или еще для чего-то. А тут цены, к сожалению, еще не выставили.
Умные капсулы для стирки 12 штук Color B-Max. Содержит смягчитель воды. И очень важно, биоразлагаемая упаковка. 199 рублей. Гель-концентрат капсул для стирки 12 штук для цветного и белого белья. Не содержит фосфатов. 149 рублей. Серия парфюмированных кремов для рук с разными ароматами. Сейчас все рассмотрим. Вот этот крем с ароматом лотоса. Легкая формула. Следующий крем с ароматом опунции. И есть еще с ароматом сакуры. Все они содержат масло ши, пантенол, витамины. 99 рублей. Шоколадные Дедушки Морозы по 55 рублей. Есть карнавальные новогодние маски в виде животных. Маски с блестками. Вот зайчик с серебряными блестками крепится резиночкой. Маски сделаны из эва. Вот это лисенок, такой рыжий, красивый. Олененок. Все маски с блестками. Посмотрите, какая кошечка красивая. Это, по-моему, тоже кошечка. 99 рублей. Появились новые елочные украшения. Деревянные, 10 штук в наборе. Там санки, лыжи, шапочки с помпонами, сапожки. Все это сделано из дерева и бамбука. Есть разные расцветки. Красные снежинки и синие с белыми снежинками. Очень красиво. 249 рублей. Серия книг о приключениях Кони. Подготовка к школе в детском саду с лучшим другом Кони. Математические раскраски с Кони развивают навыки счета. Внутри более 40 удивительных заданий и увлекательных. Развивает логику, память и творческое мышление. Книга «Ходилки-бродилки с Кони». Тренируем память, мелкую моторику, готовим руку к письму, разгадываем кроссворды. Внутри более 40 лабиринтов и кроссвордов. Хорошие манеры с Кони, правила вежливого и безопасного поведения. Учимся считать до 100 с Кони. Всевозможные простые задачи на сложение вычитания. Тетрадь-тренажер. Готовим руку к письму. Рисуем то крючки, палочки, закорючки. Внутри странички плотные. 99 рублей. Оригинальная деревянная раскраска. Рисую по дереву. Увлекает, развивает и обучает. В наборе есть заготовки. Деревянные, краски 6 штук, кисть и подставка деревянная. Есть несколько вариантов: котик, щенок, енот, единорог и бегемотик. Цена такого набора очень интересного, по-моему, 149 рублей. Друзья, давно я не снимала в отделе книг. По-моему, привезли немного новых книжек. Ну, давайте посмотрим. Книжки в тонком переплете по 99 рублей.
Друзья, у нас в воскресенье был тихий солнечный день, правда, было достаточно холодно, всего 2 градуса тепла. И мы ходили гулять в Александро-Невскую лавру. Очень красиво и тихо. А я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам хорошего и пока.